27 сентября, уже в эту пятницу, Парк Сити станет вновь центром творческой молодежи. Приглашаем вас на открытые творческие тренировки. И сегодня у нас в гостях Илона Камоска, которая станет ведущей этого праздника именно 27 сентября. Доброе утро. Привет. Здравствуйте. Ну, мы тебя поздравляем. Во-первых, в прошлом году ты победила вот в фестивале Росквитбай. В этом году вернулась уже как звезда. Кстати, расскажи про прошлый год. Чем же покорила вот и Могилевщина? И жюри профессионально. Я заняла лауреат. То есть, ну, мне очень там понравилось, было все очень классно. То есть, очень хорошее мероприятие. Вот ты пела? Да, я пела. Что ты пела? Что ты выбрала, наверное? Что-то такое, ну, эпохальное, раз уж. Я пела свою авторскую песню. Вот так, ты еще и пишешь? Нет, мне написали песню. Но это как бы моя авторская песня. Твоя у тебя уже есть. Ты уже, наверное, об альбоме задумываешься, я так понимаю. Ну да, конечно, хотелось бы. Началась такая история. Что в этом году нам ожидать? Ну, я в этом году буду вести мероприятие в торговом центре Парк Сити. В эту пятницу, 27 августа, в 17.00. 27 сентября. 27 сентября, простите, да. Ты будешь направлять юные таланты, я так понимаю. Да, я там буду петь. И вести мероприятие, да. И поделится она, наверное, секретами, как же можно стать лауреатом. Да. Как можно стать лауреатом? Что нужно знать молодым ребятам, совсем там, девочкам, мальчикам, совсем юным, когда идут на конкурс? Ну, волнуются же, да, не знают, как себя вести. Вот что ты посоветуешь? Ну, конечно, на самом деле, это такое дело серьезное достаточно. То есть, вообще не стоит ожидать прям победы. Но если вы не выиграете, то тогда не сам, ну, расстраиваться, наверное, да? Не расстраивайтесь, потому что вы все равно получаете свой опыт, новые, то есть вы тогда уже понимаете, это идет потом работа над ошибками. То есть вы понимаете, где вы совершили ошибку, и в последующие разы вы ее исправляете. Ну, это мудро, послушай. Да и к тому же тебя заметили, это уже отлично, это уже первый шаг. Я так думаю, вот у Илона так верно, очень мудро рассказывает об опыте. Где она уже применила свой опыт? Расскажи немножко, похвались. Ну, я участвовала в разных конкурсах по вокалу. Была лауреатами и первой степени, и второй степени, и третьей степени. Ну, то есть я очень люблю петь, мне это очень нравится. А как давно, кстати, вокалом занимаешься? Я занимаюсь вокалом уже 3 года. Как это было? Вот ты внезапно сидел, так думаешь, дай-ка я запою, или все-таки с детства уже? Или родители, может быть, настояли? Нет, вообще, нет, никто не настаивал, я сама захотела. У меня просто папа занимался музыкой, и мама занималась музыкой, то есть, ну, у вас это генетически. Да, и поэтому, то есть, я как-то по их корням, что ли, пошла. То есть, мне с детства очень нравилось петь, поэтому я решила заниматься вокалом. Ну, а где генетика, собственно говоря, стать интернет-блогером? Да, вот это мы знаем, чьи что корни? Ты... Кстати, подожди-ка, блогер или влогер? Давай начнем вот с этого. Блогер. Блогер, но влог. Да, но влог снимает. Вот, мы сейчас тоже подковались. Ты блогер, о чем ты снимаешь? Я снимаю разные жанры, то есть там разные и познавательные видео, если знаете такие всякие жанры, например, пранки, лайфхаки, да, самые разные видео. Где тебя искать? В Ютубе, в Инстаграме, где можно найти тебя? Ну, можете найти в Ютубе. Сейчас вот я учусь в школе видеоблогеров, в студии Media Kids, и мы снимаем на канал Просвет Kids. То есть там самые разные будут видео, там пока что еще мало видео, но мы вот, получается, скажем так, недавно начали, но там очень классные видео, я вам скажу, очень классные темы, очень познавательные. Вот у меня вопрос, а будет ли выпуск про Росквитбай? Вот до 10 октября же заявки можно подать на этот фестиваль. Ну я могу снять. Ну, обязательно нужно снять, да, обязательно. Хорошо. Обязательно нужно снять вот ту самую открытую тренировку, которая 27 сентября пройдет в Парк Сити. Я хочу сказать, что по опыту прошлой недели 500 штук сладкой ваты получили ребятишки, 10 селфи-палок. В эту пятницу ждет тоже огромное количество сюрпризов. И я очень надеюсь, что мы получим от блогера Илоны Камоска, мы получим какой-то фото-видеоотчет. Так, Илона, от тебя совет. Это лично для меня. Мы с Леной тоже снимаем вайны периодически и все мечтаем о большом количестве просмотров. Что снимать? Вот в чем соль? Как стать популярнее в сети? На самом деле можно снимать разные видео. Если, ну, вообще, например,
Вот вы, например, хорошо занимаетесь плаванием. Я просто вот привожу пример. Конечно, в день моря всем нужно хорошо заниматься плаванием. Например, вы можете снять про плавание там лайфхаки, например. То есть там есть разные жанры. Например, можно какой-нибудь пранк снять. То есть можно разные видео снимать. Обязательно ли иметь какой-то план? Или можно снимать что-то вот? Нет, на самом деле лучше писать, ну, то есть знать в голове сценарий и по нему уже снимать видео. Тогда оно будет более точным, и, ну, оно на самом деле тогда лучше получится. Лучшая импровизация — это та, что отрепетирована, правильно? Да. Отлично, это говорит Илона, которая будет ведущей открытой тренировки. Ну вот Илона пообещала, что будет влог про Росквитбай, как раз про этот фестиваль, ну а нам с Леной теперь сам Бог велел какие-то лайфхаки снимать. Давайте вот так бартер баш на баш. Илон, спасибо за то, что ты пришла, мы желаем тебе удачи в пятницу, желаем максимальное количество вот юных дарований, таких, которые действительно станут молодыми звездочками. У тебя есть несколько секунд на то, чтобы передать всем привет, пожелать доброго утра и, может быть, кстати, пригласить в пятницу в Парк-Сити. Ребята, я вас приглашаю в пятницу в 17:00 в торговый центр Парк Сити. Пройдет в Могилеве. Буду вас ждать, можете подходить фотографироваться. Буду всех рада видеть. Также участвуйте в конкурсах, в мероприятиях. Огромное там. Спасибо, Илона. Напомню, что Илона приехала к нам специально из Минска, и уже в эту пятницу она будет встречать всех гостей этой открытой творческой тренировки в Парк-Сити уже с 5 часов вечера. Но что касается Росквитбай, откроет он свои двери, откроет он этот фестиваль 18-19 октября в Могилеве, но подать заявку на участие в этот фестиваль можно на сайте фестивалей Бай до 10 октября.